Первые учители – новые друзья. Проходя по коридорам, взрослые вспоминают, как еще недавно сами были детьми. А сейчас они уже выбирают школу для маленького чада. 1 февраля в Рязанской области стартовал прием детей в первый класс. При этом родители могут выбрать любое образовательное учреждение. Критерии здесь у каждого свои. Сын Евгении Лошаковой пойдет по стопам мамы. Мы относимся к этой школе по прописке. Я сама закончила эту школу. Знаю многих учителей. И кому планируем пойти, может быть, попадем. Чтобы устроить ребенка в понравившуюся школу, родители должны зайти на единый портал госуслуги.ру и заполнить заявление в электронной форме. Система автоматически формирует очередь и присваивает человеку порядковый номер. Затем нужно собрать документы и прийти в саму школу. Дальше все родители делятся на две большие группы. Те, кто идут в школу по месту прописки, могут не торопиться. Через 7 дней после подачи документов они автоматически будут зачислены в первый класс. Причем такие льготные условия действуют до 1 июля. Но заявление можно подать вплоть до начала учебного года, до 1 сентября. Редко бывают такие дети, которые закреплены по нашей территории, но пришли, допустим, после 1 июля с опозданием. Как правило, это дети, которые переезжают из других районов, покупают здесь квартиры и оказываются зарегистрированными уже после 1 июля. Однако они попадут в живую очередь вместе со второй группой родителей. Анна Мацюта – авантюристка, но при этом действует с тонким расчетом. Она пришла в первый день, то есть стала одной из первых в своей очереди, максимально увеличив шансы на зачисление ребенка в понравившуюся школу. Большое количество дополнительных занятий в школе. Большое количество кружков разнообразных, близость к дому, самое ближайшее расположение, что было. Таким родителям действительно лучше поторопиться. Чем раньше они подадут заявление, тем выше вероятность, что они добьются желаемого. В последнее время количество первоклассников резко увеличилось. На протяжении 2 лет мы набираем по 5 первых классов. Это более 125 учащихся. И в этом году в школу будущего первоклассника ходит чуть больше 135. В любом случае, о выборе школы стоит подумать заранее, ведь эти учителя сформируют образ мысли ребенка и помогут ему полюбить различные науки. Познакомьтесь с этими людьми заранее, а лучше походите в школу будущего первоклассника. По отзывам ребенка вы поймете, нравится ли ему там учиться. А любовь к знаниям – это первый шаг к успеху.